Сейчас последние маленькие контрактики, там по пищеблоку какие позиции остались, их добивать будем. До 15 декабря в полном объеме будет закомплектован. Да. Детский сад на улице Гранитной почти готов. Все строительные работы завершены на 100%. Госстройнадзор провел итоговую проверку. Все недочеты исправляются. Главное сейчас дождаться поставки оборудования и мебели. Групп таких, как мы говорим в этом детском саду, ну, порой не бывает в Ленинском районе. Поэтому готовы детей принять даже с года сюда. Это учреждение станет долгожданным для родителей с особенными детьми. Для малышей с различными заболеваниями откроют отдельные группы. Таких мест в детсадах в Ленинском районе катастрофически не хватает. Группы общеразвивающей направленности для детей от года до 7 лет. Группы для детей с расстройством аутистического спектра от 3 до 7 лет. Группы для детей с задержкой психического развития от 3 до 7 лет. Группы для детей оздоровительной направленности, для детей с аллергопатологией пищевой. На Бивиле строители сейчас завершают свои работы. Выполнение оценивается в 96%. Всего же в этом году в Челябинске закончат возводить 4 новых детских сада. Еще 5 учреждений выкупят у коммерческих компаний. Безусловно, так сказать, мы примем всех детей. Вопрос просто будет стоять у родителей, а в какие детские сады они захотят. Ну что, каждый родитель выбирает для своего ребенка. Кто-то ближе к дому, кто-то с какими-то определенными условиями дошкольными учреждения, кто-то коррекционную сеть, кто-то оздоровительную сеть. В результате открытия 9 новых детсадов в следующем году очередь в дошкольное учреждение ликвидируют полностью. Сейчас вынуждены сидеть дома около 13 тысяч детей. Деятельность по строительству детских садов продолжим, потому что остаются еще на территории города Челябинска микрорайоны, которые нуждаются в новых детских садах. В этих микрорайонах вы все знаете, то есть это Краснопольская площадка, это Чурилово, это Академ Риверсайд, это Ньютон, это Парковый 2. В этих районах и будут строить новые учреждения, чтобы родителям и детям было удобнее. Всего возведут 5 зданий, выкупят еще 4. Если финансирование получится увеличить, количество новых детских садов будет еще больше. Дмитрий Бочко, Павел Востротин, 31 канал.